Привет всем! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. Это канал о вязании. И в этом видео я продолжаю развивать тему о вязании подарочков и о вязании методом хеликс. У меня уже есть два готовых мастер-класса по тому, как связать вот такие вот чудесные мешочки. Вот этот вот у меня мешочек-зайчик, да? Вот этот мешочек олень. Все ссылки на все мастер-классы оставлю внизу под видео. И в этом видео мы будем вязать мешочек единорог. Смотрите, как вяжутся эти мешочки. Я рассказывала в видео про зайчика. Здесь все будет вязаться точно так же. Точно такая же вот спираль хеликс лежит в основе всех этих подарочков, да? Что здесь, что здесь. Поэтому второй раз подробно рассказывать про спираль хеликс я не буду. Здесь у меня точно такая же спираль хеликс. Просто оставлю вам ссылку на то видео. В том видео я вязала из плюшевой пряжи из фикс-прайса. Она у меня, к счастью, закончилась. И теперь я вяжу вот из такой плюшки. Смотрите, вот это у меня была плюшевая пряжа вот для этого мешочка. А другая нить была у меня вот такая вот. Это полухлопок. Розовая. И та и другая пряжа чуть тоньше, чем вот здесь, чем в видео про зайчика. Плюшки с фикс-прайса 150 грамм в 100 метрах. А вот эта пряжа 100 грамм 170 метров. Она чуть-чуть длиннее. Ну и вот такой вот у меня полухлопок. Сейчас я вам покажу этикеточки, у меня все сохранилось. Поэтому здесь у меня получилось вот в этой плюшке не 13 рядов в круге, в донышке, а 14. И в этом видео я просто вам нарисую формулу, по которой высчитываются прибавки для любого круга. Это формула идеального круга, да? Если вам нужна техника, если нужны какие-то тонкости, какие-то подробности, то переходите вот в видео, где я рассказываю, как вязался вот этот вот зайчик. А если вам просто нужна схема, небольшая подсказочка, как считать эти прибавки, то, пожалуйста, вот используйте формулу, здесь все готово. И формула идеального круга для любого ряда. Смотрите, нечетный ряд и четный ряд. Для того, чтобы прибавки не совпадали одна на другой. Итак, делаем нечетный ряд. Допустим, у вас ряд 13. 13 ряд. N – это номер ряда. X – это число одиночных петель между прибавками. Подставляем 13 в эту формулу. Получаю X равно 13 минус 2 равно 11. Соответственно, формула 13 ряда это будет 11 SBN столбиков без накида, одна прибавка. Повторяем 6 раз. И для четного ряда. Ну, допустим, ряд у вас 14 идет. 14 ряд. Здесь то же самое. X – это число одиночных петель между прибавками. N – номер ряда. Подставляю N в эту формулу. X будет равен 14 минус 2 делить на 2. X будет равен 6. И дальше подставляю в эту формулу. Значит, формула 14 ряда будет следующая. 6 SBN, одна прибавка, 6 SBN. Повторяем все это 6 раз. Для проверки себя проверяю. Здесь у меня число петель 11 плюс 2, 13. Все правильно. Вяжем 13 ряд. Здесь 6 плюс 2 плюс 6, 14. Все правильно. Вяжем 14 ряд. Вот, пользуйтесь для того, чтобы не использовать схемы. Итак, вот плюшевая пряжа у меня вот такая. Смотрите, это Yarn Art Velour. Она тонкая, она мне понравилась. Она тоньше, чем вот пряжа из фикс прайса. Но у нее, знаете, есть одна особенность. Она еще к ее плюсам можно сказать, что она практически не лысеет, если ее аккуратненько очень распускать. Фикс-прайсовская, конечно же, тоже становилась лысой. Но у нее одна особенность. Она на ощупь как вата. Вот реально я трогаю изделие из нее, и у меня такое ощущение, что я трогаю вату. Вот абсолютно как вот как обычная вата на ощупь. А вот эта гладкая, она на ощупь как шелк.
ну или как полиэстер, да, как плюшка, как вот чебурашка, как изделие из чебурашки. Поэтому вот смотрите, если вам не нравятся такие тактильные ощущения, потому что как бы даже пальцы в ней, ну, не застревают, но она шершавая, что ли. Вот я не знаю, что это такое, как это объяснить. Но вот представляете, вату, вот если возьмете, вот, и вот то, те же самые тактильные ощущения. Здесь такого нет. Но зато она тонкая. И так как у меня, наверное, миллион раз спросили, какой тонкой пряжи заменить фикс-прайсовскую, вот отвечаю, берите Yarn Art Velour, да, вот ее характеристики. И вот такая вот у меня полухлопковая пряжа. Сейчас найду ее этикетку тоже. Вот она. Это Baby Super Soft от Alpine. Ну, самое обычное, что нашла в остатках, то вот и взяла. Вот нашла такую розовенькую. Вроде по толщине она подходит, и я поэтому ее и использовала. Крючок я здесь беру 2,5 мм. Про основную пряжу я рассказала. Перехожу к вязанию основных деталей. В этот раз я вяжу единорожку, и поэтому начну вязание единорожки с вязания рога. Рог у меня будет желтого цвета, это вискоза, вот такая вот, ну, тоже достаточно толстенькая. Вот, желтый у меня будет заменять золотой цвет, потому что золотой пряжи у меня нету. Как вяжется рог? Оставляю от начала вязания хвостик сантиметров 20. И делаю магическую петлю. Вставляю крючок в магическую петлю, подхватываю рабочую ниточку. Вот так. Делаю петлю подъем. Дальше добавляю в магическую петлю 6 столбиков без накида. Раз, два, три. 5, 6. И затягиваю эту петлю. Вот так. Первый ряд готов. Перехожу к вязанию второго ряда. Во втором ряду буду удваивать каждую вторую петлю. Итак, формула второго ряда. Вставляю крючок под первую горизонтальную петлю. Обратите внимание, если пересчитать горизонтальные петли, их будет ровно 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вставляю крючок под первую горизонтальную. Вот так. Подхватываю рабочую нить. Делаю столбик без накида. Здесь вяжу просто за обе полупетли, не в раскол, не со заднюю дужку, традиционный столбик без накида делаю. В следующую петлю делаю 2 столбика без накида. По-другому это называется прибавка. Раз, два. И повторяю так 3 раза. Снова. 1 одиночная петля и прибавка. То есть 2 петли в одну точку. Раз, два. Второе повторение. И снова 1 одиночная петля. И снова 2 петли в одну точку. Раз, два. Давайте выверну на лицо. Вот так. Второй ряд закончен. Перехожу к вязанию третьего ряда. В третьем ряду будет просто 9 одиночных столбиков без накида. То есть третий ряд будет без прибавок. Раз, два, три. Девять. Так, третий ряд готов. Четвертый ряд. Четвертый ряд будет опять с прибавками, и его формула будет такая: 2 одиночных петли. Раз, два и
петля с прибавкой. То есть 2 петли в одну точку. Раз, два. Повторяю это 3 раза. Снова 2 одиночных петли. Раз, два. И петля с прибавкой. 2 петли в одну точку. Второе повторение. Раз, два. И последний раз. Раз, два. И петля с прибавкой. Раз, два. Четвертый ряд закончен. Здесь получилось 12 петель по периметру. Пятый ряд без прибавок. Просто провязываю по одному столбику в каждую петлю предыдущего ряда. Итого это будет просто 12 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. Следующий ряд шестой, и опять я начинаю делать прибавки. Здесь будет формула прибавок такая. 3 одиночных петли и 1 петля с прибавкой. Повторяю 3 раза. Итак. Раз. Два. Три. Дальше петля с прибавкой. Раз, два, и опять. Раз, два, три, и петля с прибавкой. Второе повторение. Раз, два, и третье повторение. Раз, два, три, и петля с прибавкой. Раз, два. Шестой ряд закончен. В шестом ряду я получила 15 петель по кругу, и, соответственно, все остальные ряды вяжу просто 15 петель, 15 столбиков без накида по спирали на нужную высоту. Дальше я прибавок не делаю, то есть делаю раз, два, ну и так далее, пока у меня не получится, ну, какой-то такой вот рог. Итак, связала я без прибавок, 10 рядов у меня получилось, то есть 10 рядов по 15 петель. Дальше смыкаю это изделие без ступеньки. Вытаскиваю немного нить, обрезаю ее, завожу крючок через одну петлю, одну пропускаю, следующую завожу крючок, подхватываю хвостик, увожу его наизнанку и затем в последнюю петлю. Все, сам рог на этом готов, осталось сделать его ветвистым. Здесь вот я оставляла хвостик. Этот хвостик я через макушку вот так вот выведу на лицевую сторону. Вот так. И теперь смотрите, что я делаю. Я беру крючок. Так, здесь давайте затянем сначала. Вот смотрите, петля, да, у нее две ножки. Вот под одну из этих ножек я вставляю петлю. Просто на камеру мне не получалось вставить так. И вытаскиваю эту нить. Дальше перехожу к следующему ряду и к следующей петле. Вот следующая петля, а я через одну вступаю. У меня диагональ будет, она будет уходить. Вот, да, вот смотрите, откуда выходит нить. Одну
петлю и один ряд пропускаю и вот вставляю. И так двигаюсь от ряда к ряду. Опять вот смотрю, вот этот ряд, вот следующая петля, да? Вот следующая петля в следующем ряду. А я двигаюсь по диагонали. То есть вот так вставляю крючок. Вот, вставил, ну, надеюсь, понятно, да? То есть двигаюсь по диагонали. Просто не получается вставить на камеру. Так, вот опять, вот. Вот следующая петля в этом ряду. Вот следующая петля в следующем ряду. И это все мы пропускаем. И вот так вставляю крючок, подхватываю нитку. И так я двигаюсь до самого конца. По спирали получается. Вот, прошлась я такими стежками по всему рогу. Да? Дальше беру какой-нибудь наполнитель. На этот раз у меня самая обычная вата. Уж извините. Да? И набиваю рог наполнитель. Вот так будет достаточно. И затем тяну за эту нитку. Сначала стягиваю верхушку, а затем оставшуюся часть. И смотрите, рог становится спиральным. Вот так вот. Он закручивается. Такая вот спиралька становится. Дальше ниточкой. Ниточку вот эту можно вывести наизнанку и зашить вот это отверстие остатком этой ниточки. И саму нитку тоже спрятать внутри рога. Вот такие вот рожки получились у меня. Вот. Но одними рожками я не ограничилась. Смотрите, дальше мы будем вязать вот такие вот миленькие цветочки для того, чтобы украсить нашего единорога. Здесь я беру вот такую же розовую вискозу и опять крючок. 2,5 миллиметра. Делаю цепочку из воздушных петель. Я делаю 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смыкаю в кольцо эту цепочку, вставляю в первое звено и делаю соединительную петлю. Дальше начинаю делать лепестки от цветка. Делаю опять цепочку из 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. И дальше делаю следующим образом. Накид над цепочкой. Петля под цепочкой. Это 1. Накид, петля. 2. Накид, петля. 3. Накид, петля. 4. Накид и петля в центр. 5. И вот получается вот такое вот у меня набранное количество петель по крючку. И дальше все эти петли я провязываю вместе. То есть просто протаскиваю через них. Нитку. Вот, протащила. И затягиваю. Возвращаюсь в кольцо и делаю опять соединительную петлю. Получается один лепесток. И снова повторяю. 1, 2, 3, 4, 5. И снова 1, 2, 3, 4. И пятую в центр. И опять протаскиваю нить
через все количество петель на крючке. Так. Протащила и подтягиваю. Подтягиваю и соединительное в кольцо. Так. И третий лепесток делаю. Опять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре и пятое кольцо. Протаскиваем ниточку через все петли, да, и затягиваю. И тоже в кольцо. Вот так должно получиться, да? Это первый ряд. Первый ряд лепестков, и за ним пойдет второй ряд лепестков. В первом ряду я делаю 3 лепестка, во втором ряду буду делать 4 лепестка. Здесь снова набираю. Раз, два, три, четыре, пять. 6. Набираю уже 6 и делаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 7 я делаю опять в кольцо. То есть я таким образом складываю лепестки, чтобы мне вот снова начать обвязывать то же самое кольцо, что и в первом ряду. И снова протаскиваю через все петли на крючке. В этом ряду лепесточки будут побольше, чем в предыдущем. Так, протащила, подтягиваю и снова соединительные. Вот так вот, да? Ну и опять повторяю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И 7. Можно вот в кольцо, но мне надо сделать 4, а не 3. Поэтому я как-то вот еще стараюсь в краешек, что ли, вот так вот вставить. Потому что если я буду строго между лепестками предыдущего ряда вставлять, то у меня только 3 получится. Здесь какой-то закономерности нет. Просто вставляю туда, куда получается. Так. И снова протаскиваю через все петли. Да. Затягиваю опять. Вот. 2 лепестка сделала, но еще надо 2 добавить к этому ряду. Сделала я все 4 лепестка для этого цветочка. Увожу ниточку куда-нибудь вглубь цветка. Делаю по изнанке соединительную петлю. Вытаскиваю нить. Обрезаю ее. И здесь вот с начальным хвостиком завязываю. Вот такой крепкий узел, да? Раз, два. Так. Приблизительно вот так. Ниточки там подрезаю под корень. Ну, приблизительно вот такой вот цветочек должен получиться. Вот ниточки я подрезала прям под корень. Дальше делаю листочки. Для листочков я беру зеленую нить. Это опять тот же полухлопок. И беру цветочек по изнаночной стороне. Итак, вставляю куда-нибудь. Здесь вообще все не принципиально. Вставляю куда-нибудь крючок, вывожу и начинаю делать воздушную цепочку. Раз, два, три, четыре, пять. Делаю 5 звеньев. Дальше одну петлю пропускаю, в следующую вставляю крючок. Вот так. Делаю столбик без накида. Делаю накид. Следующую.
делаю полустолбик с накидом. Иду на подъем как бы. Так. Полустолбик с накидом. И дальше делаю два столбика с накидами. Раз. И второй вот сюда, самое первое звено. Два. Один лепесток готов. Так. Пришиваюсь как-нибудь опять к обратной стороне цветка с помощью соединительной петли. Добавляю 2 воздушных и перехожу на другую сторону. Опять пришиваюсь с помощью соединительной и делаю второй лепесток. Второй листик. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь все то же самое. В первую петлю столбик без накида. Дальше полустолбик с накидом. Дальше 2 столбика с накидами. Раз. И в последнюю самую точку. 2. Опять пришиваюсь куда-нибудь вот так вот. С помощью соединительной петли. Делаю снова 1, 2. Снова пришиваюсь уже прям в начальную точку, да? Опять куда-нибудь ищу тут место. Так, давайте. Так, вот что ли. Так. Отрезаю нить. Так, здесь вот у меня начальная нитка, конечная нитка. Давайте начальную я тоже выведу куда-нибудь наизнанку. И опять связываю начальную и конечную нити между собой крепким таким узлом. 1, 2. И третий раз. 3. Вот так. И ниточки, конечно же, обрезаю. Все. Цветочек на этом готов. Вот как он получается, смотрите. Такой вот цветочек. Вот. И у меня таких цветочков навязано уже достаточно много. Столько не потребуется. Потребуется всего 3 цветочка. Но вот я навязала, чтобы просто вам показать и набить руку. Сборка деталей. Берем рог и обычную нитку с иголку. Прикладываю рог к своей сумочке. Да? Вот так прикладываю. И пришивать этот рог я буду обычной ниткой. Вот за петли, вот за эти вот. Здесь шью просто через край. То есть я не за плюшку цепляюсь за полухлопковую пряжу. Пришиваю просто рог такими простыми стежками. Так должно получиться. Вот он мой рог единорогом. Так, и дальше цветочки. Цветочки пришивать я не буду. Смотрите, у меня есть вот такая вот веревочка. Обычная цепочка из воздушных петель. Она играет роль затяжки. Беру изделие, вставляю крючок, подхватываю эту веревку и ввожу один край ее наизнанку. Второй край, который на лице остается, я беру цветочек, вставляю крючок через лепесточки, да, вот так вставила, подхватываю веревку и увожу ее.
Получается, цветочек сел на веревочку. С другой стороны, через рог, подхватываю и увожу нитку наизнанку. Ну и дальше начинаю зашивать, как бы это отверстие, да? Вывожу на лицо, беру следующий цветок, у меня будет голубой. Снова вставляю вот так вот через лепестки крючок. Вот. И снова ввожу наизнанку. И с этого края делаю все симметрично. Можете даже посчитать количество петель. Я, конечно, этого делать не буду. Я количество петель никогда не считаю в таких вещах. Снова беру цветок, третий цветок, и снова ниточку ввожу наизнанку. И доштопываю дальше до конца. Цветков у меня всего будет 3. Хотите, сделайте по кругу. Больше цветков, единственное, что следите за их количеством. У меня получилось четное, получилось некрасиво. Поэтому я остановилась вот на 3. 3 цветочка очень даже симпатично смотрится. Ну вот и все, закончила я единорожку. Завязка получается на обратной стороне. Здесь вот на кончиках завязала просто узелочки. Да? Смотрите, он развязывается, естественно. Там внутри у меня пастила. Можно наполнить всем, чем хотите, и обратно завязывается. Очень милый, очень симпатичный получился подарочек. Мне кажется, любая девочка будет в восторге принять такой подарок, не только на Новый год или Рождество. Я вообще делаю серию роликов про подарки к Новому году и к Рождеству, но мне кажется, этот подарок актуален всегда. Вот, надеюсь, что вам понравилось это видео, понравился мой единорожка, да и другие мои подарочки тоже. Вот, переходите на эти видео, смотрите их тоже, как что вязать. Спасибо большое за внимание, спасибо за ваши лайки. Задавайте вопросы в комментариях, если что-то было непонятно. Пока-пока!